Петрозаводском микрорайоне Древлянка заметили рысь. Видео опубликовали в социальной сети ВКонтакте. На кадрах, которыми поделились местные жители, видно, что хищница спокойно гуляет рядом с жилыми домами. Напомним, ранее рысь видели и пудожане. Она залезла на дерево в центре города. Выехавший на место охотинспектор оставил большой кошке еду на ночь, а на утро та сама ушла в лес. Минприроды Карелии призывает не паниковать при встрече с диким животным, не пытаться отгонять его и не преследовать его на автомобиле. Если вы увидели рысь, звоните по телефону оперативного дежурного министерства.